Ну, вы знаете, когда мы смотрим структуру, когда мы, в принципе, есть постановление правительства, которое позволяет посмотреть, из чего складывается этот тариф. Ну, как бы расходы не свойственные, собственно, услуги, да, это расходы на олимпиады, на всякие благотворительные акции, да, на те Госпрограмма проблемы, определенно. да, которые необходимо решить правительству. Все это оплачиваем мы в конечном итоге, конечные потребители.